Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 5 октября. Память святой мученицы Мамелхвы. Святая мученица Мамелхва, родом из Персии, была сначала жрицей одной языческой богини. Однажды она увидела во сне ангела, поведавшего ей тайны веры Христовой. Проснувшись в страхе, она рассказала свой сон сестре, которая была христианкой. Сестра привела ее к епископу. Епископ, услыхав о сне Мамелхвы, убедил ее принять христианство и совершил над нею крещение, причем ее сестра была восприемницей от святой купели. Разгневанное обращением Мамелхвы в веру Христову, язычники побили ее камнями, когда она еще была облечена в одежду крещения. В древности христиане носили белые одежды, в коих крестились, в течение 8 дней после крещения. Вероятно, эта белая одежда послужила в глазах язычников явным признаком принадлежности Мамелхвы к христианскому обществу и была причиной столь скорой мученической кончины Мамелхвы. По более подробному сказанию об этом, язычники вскоре после крещения Мамелхвы приступили к ней, требуя, чтобы она принесла жертву Артемиде. Но она отказалась и мужественно объявила себя христианкой, за что предана была многим мучениям, во время которых и скончалась. Тело ее было брошено в ров, а оттуда взято 2 некими христианами и предано честному погребению. Впоследствии епископ того города, где прияла мученическую смерть святая Мамелхва, исходатайствовал у персидского царя позволение разрушить храм языческой богини и на место его создать церковь во имя святой Мамелхвы. Время мученической кончины Мамелхвы можно предположительно относить к V веку. В этой церкви положено было тело святой мученицы. При перенесении мощей святой мученицы Мамелхвы совершилось от них множество чудотворений и исцелений, и многие из язычников обратились ко Христу. Богу нашему слава! Во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.